Добрый день. Добрый. Я Мариуполя, прапорщик Селивра. Как прапорщик? Прапорщик Селивра. Селивра? Не, ничего не случилось. Не, думаю, уже стали, помощь надо. А где ваш патрульный автомобиль? А вот, видите, убрали с проезжей части, что не... Ну, что-то его не видно, как-то не по-правильному. Не затруднят движение. Вот он стоит, на стояночке, все как положено. Ну, засада какая-то. Это ж не место концентрации ДТП. Нормальная? Проводятся различные операции, уважаемые. Ну, я понял. Я понял, но все равно в местах концентрации же должны стоять. Помощь, а здесь аварий вообще не бывает. Помощь нужна какая-то? Нет, все, спасибо. Все, вопросов нет. Если надо, обращайтесь. Хорошо.